Добрый день. Всем привет. Всем привет. Девчонки играют. Шашки. Тома, смотри. Тома. Во, молодец. Тома, иди сюда, шашки. Угу. Во, как он. Я все умею. Тома, угу. Смотри, как я тебе. Мама, смотри, как я люблю. Нет, нужно две. Не нужно две. Сколько можно, сколько и срубать. Давай ходи. Мы тут завтракали, я посуду мою. Нельзя так ходить. Мам, скажи, что так нельзя ходить. Угу, потише маленько. Так, давай, ходи. Мама, так можно. Скажи, ходить? Вот так нельзя ходить. Нет, так нельзя ходить. Через одну только можно. Только через одну. С Настей разговаривала. Нет. Дима уже приехал. Да, у нее там в больнице. Привез ей цветы. Настя тихонечко спустилась. Они сейчас там в больнице есть буфет. Дима там кушает. Она там с ним рядом сидит. Он сегодня... Да, он сегодня уже приедет в Тюхтет. Сейчас за ним, Настя говорит, приедут друзья его. И на машине он приедет домой. Когда Настю выпишут, еще она не спрашивала даже. Но она там еле-еле ходит еще. Вот не спустилась. Ну, ей операцию делали. Вот. Ну, вроде как все нормально. Ой, что-то я не спросила. Ее с реанимации выписали. Ну, наверное, выписали, раз она уже ходит потихоньку. Вот. Спасибо большое моим племянницам. Привезли. И она говорит, поела, ей прям легче так стало. Ну, что поела она? Бульончик попила, да компот без сахара. Там я теперь хожу. Сейчас звонила, спрашивала тоже. Говорит, мам, можно мне там детское пюре продается? Я говорю, ну, конечно, мам, можно, только выбирай без сахара. Ага, ну, Дома, слава богу, все хорошо. Скоро, может, ее выпишут и домой приедет. А когда она домой приедет? Я не знаю, доченька, как выпишут, так домой приедет. Ну, какая башня уже. Ладно, буду продолжать дальше мыть посуду. Дома, ты как Тома теперь до 4 декабря дома будет, а Женечка уже в понедельник возьмем справку, во вторник пойдет в школу. Чуть-чуть осталось. Да? Сколько дней дома буду еще? Ну, 5, что ли. 10. Мама, почему же я сегодня в экзамках? Ну, потому что подцепила где-то заразу эту. Давай играть. Утром встали, Тома уговаривала в садик. Ни в какую. Не хочешь. Нет, и все, я останусь с Женькой дома. Сашка со слезами на глазах, но пошла. У меня не было слез. Были. Были? Да. Тоже вставать не хотела ничего. Ну, пошла. Там новые тетради рабочие выдали. Сегодня Саша принесет. Ты как убила, Тома? Ну, ладно. Так, будем делами заниматься, девчонка. Дочи, мойте руки, кушать будете. Тома! Тома совсем разбаловалась. Не царское это дело. Ну, старайся не мочить, а то он мокрый будет. Готов у меня суп. Спят коты. Да? По имени Томка. Тошка, они Томка на Тишку садилась, а Тошка, она Тошку ложилась. Ах ты хулиганка. Вон они откуда спрятались. Тома дома, коты сразу вон где прячутся. Она это мне достает. Вот готов суп. Хлеб даже не достаю, они не едят. А суп с макаронами вкусный. Я уже съела свою порцию. Я горяченькое люблю. А я гречку люблю. Гречка есть, кстати, вчера готовила. Так, сейчас дети поедят, и я начну готовить запеканку. Что-то Вася мне сегодня мама говорит, он Томусик меня называет. Томусик, сделай, говорит, запеканку. Томусик. Да, купил ноги куриные. И сейчас я, пока дети покушают, буду готовить. А мы будем дальше потом беситься? Нет, ой. Нет. Ты пойдешь делать уроки. Девчонки пришли. Всем привет. Аленочка тут обедает. Женечка тут книжки Всем читает. Привет. Дарина давно пришла. Дарина пылесосит. У меня готов суп. Мы все уже пообедали. И запеканка. Запеканку... Через 15 минут Алина выключит. Смотри, а стоять завтра девчонок будет
фотосессия, да, приедет фотограф, будет фотографировать. Там говорили. Алина говорит. Сколько у нас? А, ну может быть. Ой, ручка упала. Доченька, подними, милая. Так, Тома, пошли. Я все равно оделась. Ну, оденься красиво. Я говорю, Алина, пускай бы заплела две косички. Вот так красиво, Дарине. Мам, будь у нее после бани. Она все равно будет спать, разлохматиться. Мама, мам. А можно мне, Алина, сегодня после бани заплетет две косы, много маленьких косичек и в две косички. Ага. Так а что, пусть она завтра будет вся кудрявая зато. Нет, не кудрявая, буду так ходить. У тебя же завтра день рождения. Ну, будет красиво. Угу. Пусть с косичками будет. Ну, так, Тома, давай собираться. Поедем за Сашей, да, за молоком, за хлебом, да? Надо подстригаться, уже волосы все отросли, болтаются. Поехали мы за Сашенькой. И Настя сейчас звонила, говорит, ой, мам, вышла из палаты, ее перевели из послеоперационной в обычную палату, их там 5 человек. Там она лежала с девочками, тоже молодые совсем, кисты им вырезали, но не лопнутые были, только у Насти лопнуло. Вот, и говорит, женщины там взрослые, смеются. Она говорит, а я смеяться не могу, больно, вышла из палаты. Ну, поговорили с ней, все у нее хорошо, слава богу. Не знаю, когда там сказала, снимут швы, и, наверное, сразу домой выпустят, отпустят. Не знаю, когда это будет. Пошли. Папа нас тут высадил около Сбербанка. Сам за Сашу поехал. А тут никого и не было, а вон папа уже приехал. Вон стоит с Санькой. Пойдем. Быстренько поменяли мы карту. У меня раньше была такая, знаете, вставлять надо было. А сегодня получила. И она прикладывается у меня с Wi-Fi. Легко и просто поменять сейчас, хорошо? Что? Не надо закрывать, дочь. Пошли, вон, видишь, машину прогревают. Включили и прогревают. Нам сегодня тоже ночью придется прогревать. Вася же подогрев так и не установил. Ай да, доча, дай ручку. Дай ручку мне, машину кругом. Что там все ремонтировал. А подогрев установить не смогли. Богатоли вот он ездил. А сегодня ночью опять до минус 30 обещают. И завтра может не завестись машина. Ну, если что, нет, так на такси детей отправим. У нас ходит, спрашивали, ходит ли у вас автобус. У нас ходит автобус, но возит только начальные классы, с 1 по 4. Ну, а старшим-то пешком. При минус 30 пройди-ка 3 километра. Поэтому, если машина не заведется завтра, вот так, молодец, упала. На такси отправим. Такси у нас 100 рублей стоит. Забрал, Сашка? Да. Пойдемте в магазин. Видите, какие слова я Жене написала? Вот так. Телевизор, вот компьютер. Так. Ну, Санечка, ты что под столом лежишь, сидишь? Вылазь. Компьютер? Да. Так, Дариночка убежала на танцы. Они у нее начались. Она полы время помыла. 5. Да, молодец. Помыла полы. Чтобы завтра не мыть, завтра у Женечки день рождения. На день рождения мы еще ничего не покупали. Эти продукты повседневные. Взяла колбаску, сыр, груши этот раз взяла. Почти 4 штучки только. Ну, поделим там хлеб и помидорки тоже 4. Все по 4. Потому что они на веточке были. Готова у меня запеканка. Забыла Алине сказать, чтобы она открыла ее минут на 15. Ну, картошка готова. Все очень вкусно. Я уже попробовала. Тома с нами ездила, уснула. Покажи, что это. Томе попало? Да, следик. Угу, помимо такой. Вот так вот он должен быть. Томе попался браслетик. Стул мне купили. Где он, пап, стул? Пойдем, мам. Мой стул лопнул. В общем, купили мы стул. Ой, как темно у нас.
Вот такой новый стол. Хотела компьютерный стол купить. Он стоит 6 тысяч, и он такой хлипкий. Дети начнут залазить. У меня дети в основном, я когда сижу, например, работаю, они приходят, и особенно Тома. Мама, на ручки хочу. Думаю, и не буду брать. Взяла такой обычный. Не стала брать дорогой. Много домашнего задания задавали? Ты все сделала, да? Ну, молодец. Так, ладно. Буду всех детей кормить сейчас, кушать. Папа уже кушать хочет. Хочешь? Тома спит. Папа прикрыл ее. Ну, пускай спит. Уснула, бедная девочка. Баловалась сегодня. Кого мы сегодня в баню с тобой возьмем? Ох, девчонки, тут поделки делали. Тома, покажи, какую ты поделку сделала. Ага. А, тут, где-то девчонки уже попрятали тут. Все делали. Сегодня вот этого возьмем с собой. Где-то маленький пингвиненок потерялся. В баню. Ну, пойдем, лягушку с собой возьмем. Надо пингвиненка маленького найти. Алина с девчонками уже в баню пошла. Сегодня пораньше у нас баня. Дариночка еще с танцев не пришла. Я маленький. Да, надо где-то найти вот этого еще. Ой, у нас стирки тут. Все жду, думала, придет наша сушилка. Так и не пришла смс-ка, не знаю. Где-то глазик потерялся. Вот это Тома сама сделала, да? Умница. Делали они тут поделки, рисовали, писали. Так ни разу сегодня телевизор не включали. Детям некогда даже телевизор смотреть. Ну, смотри, только не сломай ее аккуратненько. Тома, Томочка, убеги, пожалуйста, туда. Я на улицу выйду. Сбегай в комнату, на диване посиди. О, папка кота загнал. Все равно, ой, там белье у нас. Все равно гуляет постоянно. Сейчас покажу. Папочка, заходи. Вася сегодня тут обшивал. Утепляет все. Вот так вот сделал. Ой, я ругаю. Говорю, ну найми ты кого-нибудь. Ну пусть тебе кто-нибудь помогает, а? Васька. Ой, вообще не послушный, вообще. Головой своей стоит, держит. Вот он мой стул. Папка, отремонтируй мне его, пожалуйста. Мы стул мне купили, он высоковат, я маленького роста. Этот как-то стул маленький, или я привыкла к нему? Неправда. Вот эти вытаскиваются. Вот эти. Подпиливаешь, подразумеваешь. Нет, это такой и был. Подпиливали. Не ври. Подпили тогда в том. Не имею права, он на гарантии. Нету гарантии на нем. Вот это тебе купили. Не надо, не трогай. А что? Пойдем девчонок ждать, пойдем им одежду приготовим. Пойдем. Сейчас девчонки придут, пойду им одежду приготовлю. Санечка. Тома, покажись, какая ты. Ой, как завернута. У нас где-то минус 25 пока. Ну, посиди пока так. Посиди, милая, посиди, посушись. Ой, как ей нравится прям купаться с ними, да? Когда, говорит, мы на море поедем? Когда мы на море поедем, да? Прям замучила нас всю баню. Я поеду на море, я буду играть с пингвином. А кто? Ой, это пингвин, она все дельфин. Это пингвин. Ой, я тоже как говорю, даже не думаю, что говорю. Ой, стирки столько, не знаю. Как буду все. Девчонки, я захожу. Что вы тут решили? Да, кончики. Так же лучше будет, чем простые косички. Угу. Сколько штук ты решила ей заплести? Не знаю, сколько получится. Она сказала 7. 7? Нет, тут больше будет. Или меньше даже. Угу. Можно 8. Если Дариночка баню ждет. Да, можно 9, либо 10, либо 8. Расскажи, что у тебя на танцах было сегодня.
Ну, пока сперва мы разминались, потом мы размялись как следует, потом решили, мы будем на 1 декабря, в воскресенье будем вальс выступать. Вальс показывать с мальчиками. Мама, а мы пойдем? Надо найти мальчика там и с мальчиками попробовать потанцевать. А у вас мальчика ни одного нету? А 1 декабря же неделя осталась. Ну, чуть-чуть даже побольше. Не успеем, наверное. В пятницу не будет репетиции, да? Ну, не знаю. Как это она сильно вас уверена. Ты еще мальчика найдешь? Я знаю, он с Дисой хорошо вальс умеет танцевать. Сначала уговори его танцевать. Говорю. Он все равно в ВК ходит. На ее концерт. Вот. Наша, наша комната и рядом с ним его. Где он, когда он ходит на ВК. Согласится, наверное. Сколько ты ей уже заплела? Одну. Так ты до ночи будешь ей плести так. Ты сказала, до 11 спать не будем. А, ну ладно, плетитесь, ладно. Уроки еще Алине делать. Нет. Потому что надо было много есть. Но вообще-то ты не сильно тонко, да? Нет. Она вот какие заплетает. А мне заплетала 3-2 косички, если пораньше встали. Пораньше. Не бойся. И только не в 6. В 6. Пораньше. Придет меня, я пока так сяк. А когда? Мелани. Только печеньку, да? Печеньку. А где она? Вот она. А как, подождите, доченьки, вы зачем играете с печеньками и на головах стоите? Донечки милые, не делайте так. Мам, мы держимся. Вы подавитесь. Сейчас мы уже будем чай пить, я уже заварила. Сидела, видео на завтра закончила я, потому что я за весь день устаю и вырубаюсь вместе с детьми. Поэтому пораньше сделала. Хотела днем сделать салат и туда-сюда пока пробегала, вечером сделала. Вообще Алину просила, но Алина забыла, видимо. Ага, так, запарила я чай, сейчас мы будем пить уже. Так, собаки не кормлены у нас, да, еще на ночь? Сейчас будем собак кормить. Еще две. У меня сегодня суп получился густой. Как раз собакам хорошо. Может, ты такие же заплетешь в школу? Ну. Да, потому что я начала высыпать. Обычно я рукой мерю. И оно у меня как бухнулось и все. Покажи, доченька, вот так. Иди сюда, милая. Иди вот сюда. Я все такие же хочу только в школу. Угу, смотрите, как красиво. Вот в прошлый раз Дарьке надо было так же заплести, а не вот так кусками, да? А Женька не хотела так сначала заплетать. А может, не надо заплетать? Ну так лучше, так больше кудряшек будет. Да, да, так. Я не хочу их расплетать. Сейчас еще водой намочим маленечко. Ну, не будем расплетать. Не будем, пусть, не надо ничего мочить. Мы просто не будем расплетать дня 3. День рождения у нас завтра будет, но будет очень скромненькое. Мы никого приглашать не будем. А какая разница? Да, главное, торт и подарки, да? Я скажу сейчас, расскажу, какой будет торт. И должен быть в форме киски. Киски. Нет, доченька, мы нынче даже торт не заказывали. Не заказывали мы ничего. На Новый год закажем, какой ты хочешь, ладно? Дома вместе с семьей тихонечко посидим и все, подарки вручим. А потом, когда... Нет. Потом, когда Настя приедет, когда ей полегче станет, мы съездим в Ачинск. И тогда нам наши зрители денежку прислали. Прислали всем. Завтра на Женином день рождения мы напишем на бумажке и скажем всем спасибо, да? И когда Женечке можно будет из дома выходить, и Насте станет полегче, мы съездим в Ачинск. И мы обязательно купим еще подарки детям. И... Сходим в кино. Да. Ну, давай. Завтра всех наших зрителей, которые нам прислали денежки для Женечки, мы обязательно покажем. Да, доченька? Да. Ну, пока немножко потерпим. Мы отметим день рождения обязательно, но очень скромненько. Салатиком, с тортиком. Может быть, 2-3 игры проведем, посмотрим. Ну, мы никого приглашать не будем, ничего.
Подождем, когда Настя приедет. И когда Жене можно будет в люди выходить. Угу. Да. Что, скажем всем до свидания? Всем пока-пока. Всем пока-пока. Дариночка тоже помылась. Все помылись сегодня. Всем до свидания, до завтра. Я даже тезировку смыла.